Знаете ли вы, что в одержимости барабанщик попадает точно в темп? Хотя его строгий преподаватель говорит обратное. Взяв талантливого Эндрю Ньюмана в свой оркестр, деспотичный Терренс Флетчер решает устроить ему проверку. На одной из репетиций учитель мучает Ньюмана, пытаясь добиться, чтобы он попал в нужный темп. Флетчер заставляет Эндрю считать со скоростью 215 ударов в минуту и постоянно кричит, когда студент ошибается. Однако, если включить метроном в тот момент, когда Эндрю начинает отсчет, мы увидим, что он полностью попадает в темп. What does that say? Quarter note equals 215. Count me at 215. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.